Окей. Я учусь в школе Реали в Эльвире. Я в 11 классе сейчас. Я занимаюсь, я фотографирую, меня папа выучил. Я не от школы фотографирую. И вообще то, что я занимаюсь в школе, это не связано со всем этим. Я, по идее, фотографирую только, когда я еду на природу или гуляю с классом, или как бы сама по себе. Как возникла идея выставки? Я понимаю, что это возникло у Льва, но он выбрал вас, значит. Он как-то увидел ваши работы, да? Да, я просто была с ним знакома от школы. Так вышло, что я ему рассказала, что я фотографирую. И он попросил, чтобы я ему принесла диск с моими фотографиями. Я сказала, хорошо, я принесла, ему понравилось. И он сказал, что он хочет ставить их в выставку. С какого класса вы фотографируете? С какого возраста? По идее, когда я была маленькая, я любила фотографировать. Что-то несерьезное, а профессиональным фотоаппаратом я начала только в последнем году. Какой у вас фотоаппарат? У меня Nikon, но я не точно уверена, как он там называется. Я вижу, что у вас папа с фотоаппаратом таким серьезным, да? То, что папин фотоаппарат, это самый большой, и его прошлый, это теперь мой фотоаппарат. Так это у нас. Ну, я вижу, что, в принципе, и папа у вас на фотографии, вы дружны, наверное, правда? Да. И я вижу, что здесь есть и фотографии, где, в общем-то, ваши друзья, наверное, и сняты с таким чувством юмора. Я очень люблю фотографировать друзей. И даже не всегда это должно быть серьезно. Это может быть прийти как и папарацци, как и когда они не знают, или может прийти, когда они не готовы, и когда не думают, что нужно сейчас фотографироваться. Как они видят ваши фотографии, где? В смысле? Ну, вы выставляете в Facebook, то есть вы же все время, так я понимаю, что действительно как папарацци такого рода, да? В Фейсбуке они все видят, да. Ага. То есть фактически вы, когда идете на какое-то событие, вы всегда у вас фотоаппараты... Ну, стараюсь, да. И они, в общем-то, если, значит, хорошо получаются фотографии, потому что они не против. Да, потому что они дают... чего-то интересное, и тогда есть его фотографии. Ну, я вижу здесь у вас фотографии, которые, наверное, сделаны в путешествии. Где вы были? В Италии. Фотографии тут и из Италии. Где эти сделаны фотографии, например, чудесные вот эти виды, вот сзади вас, где это, вы помните? Рядом с Мармеладой. Есть часть рядом с Мармеладой и часть на каком-то озере очень красивом. Что еще у нас здесь интересное такое есть? Я вижу горы, да? Вот. Есть часть тут, часть в Италии, часть в горе, есть тут в Израиле, горы тоже есть. Интересно. Есть, да, в Мидбар-Иуда или в Негеве тоже есть тут. А вот эту фотографию, как вы сделали, вам удалось так заснять? Вот эту? Движение, да, вот это вот классика. Вот это я им сказала, чтобы они прыгнули, и когда они прыгали, я старалась очень поймать солнце, и получилось. Да, здорово, здорово. А эта фотография? Это в Италии, там, в городе. Папа доволен вашими успехами? Я думаю, что да. Вы довольны сегодняшней выставкой? Да, очень довольна. Я желаю вам успехов. Спасибо большое.